В Сыктывкаре открылись курсы повышения квалификации священнослужителей. Первое занятие провели секретарь епархии архимандрит Филипп Филиппов и правящий архиерей архиепископ Питерим. Итак, у нас сейчас ОПК, оно идет, так сказать, твердой поступью. Как я сказал, динамика развития есть, прогрессирует. Актуальные вопросы приходской и научной жизни, а также взаимодействие с обществом. Уже второй год подряд в столице республики Коми проходят занятия для священников. Батюшки знакомятся здесь с целым рядом дисциплин, в том числе по изучению основ социальной концепции и истории церкви, сравнительному богословию, а также сотрудничество церкви и государства в области образования. Это еще большой путь взаимодействия церкви и государства со светскими органами. И я знаю, что многие священники, они стараются наложить эти мосты. В этом году на курсы собрались 15 священнослужителей не только из Сыктывкарской, но и из соседней Воркутинской епархии. Они уже все имеют семинарское образование. Ранее закончили семинарии, и длительный период прошел. И жизнь не стоит на месте, решение священного синода, высшего церковного совета, значит, который принимается, и, возможно, священники, которые служат в глубинке, они не знают в полной мере те изменения в установлении русской православной церкви, Московской патриархии. Продлятся занятия на курсах до конца октября. Этот проект реализуется уже второй год в соответствии с решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Данные курсы помогут священнослужителям быть более современными, более приближены к своей пастве, которая имеет совершенные знания, современные знания через интернет, через общение в сети. Обучение завершится сдачей квалификационного экзамена.